по замыслу учения аэродром, основной аэродром авиации, значит, был подвергнут нанесению бомбового удара, временно выведен из строя, запасной тоже. Поэтому часть авиации мы рассредотачивали, в том числе и на аэродромный участок дороги. Мы видели с вами посадку двух учебно-боевых самолетов Як-130. Выполнено прекрасно это упражнение. И двух боевых самолетов МиГ-29. Скажу, что из 6 летчиков, которые на данный момент выполнили посадку, 5 это выполняли впервые. В том числе 4 человека впервые на Як-130. Посадка на УД в ночных условиях показывает, что эта задача непростая, но при нормальной натренированности, при регулярных выполнении полетов, она выполнима, что обеспечит, как вы сами понимаете, прекрасные условия для базирования авиации практически при наших дорогах в любой точке Беларуси, причем как в дневное теперь мы видим, так и в ночное время. Но у нас нет здесь приборов, то есть нет системы посадки, нам никто не подскажет дальность. Это чисто определяется визуально при заходе по огням. То есть нет, здесь нет системы посадки, как на аэродроме, никаких локаторов здесь вы не видели, я так понимаю. Поэтому посадка производится чисто визуально.